столице Новой Каледонии Нуме вновь обострилась общественно-политическая ситуация. В этот раз островитяне протестовали против визита министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и министра по делам заморских территорий Мари Гевну. Протестующие стремятся привлечь внимание к поправкам властей Франции, которые те хотят для изменения политического баланса в Новой Каледонии внести в процедуру местного голосования. Существует несколько избирательных списков жителей Новой Каледонии. Граждане Франции, не соответствующие определенным условиям, не могут участвовать в дальнейшей судьбе Новой Каледонии и в выборах в провинциях. Внося поправки, французское правительство хочет предоставить этим людям данное право и тем самым положить конец доминированию активистов за независимость. В ходе акции произошел конфликт между протестующими полицейскими. Полиция применила слезоточивый газ. Следует отметить, что политические движения и партии Гваделупы, французской Гвианы, Мартиники и французской Полинезии, сотрудничающие с бакинской инициативной группой, выступили с заявлением в поддержку акции протеста. В ходе акции вновь был поднят азербайджанский флаг. Юнель Габильгаза, Сабина Алиева, новости СТВ.